хвостиком машет. Я с утра вышла купить горячий хлеб вот такой вот. А у них вон еды-то много. Вы что, вы тоже хлеба хотите? Он же безвкусный. Вам потом, наверное, надо принести. А кто-то уже им положил кусочек этого хлеба. Нет, такой хотят. 15 рупий стоит такой хлеб. Good morning. Ты будешь, что ли? Тебе понравился? Я тебе лучше потом принесу вискас, у меня есть. Не хочешь, да? Прямо горячий. Я вчера с Сашей на веранде сидел. А я, значит, в комнате с открытой дверью, но в темноте вечером в интернете копалась. А потом мне что-то надо было свет включить. Я включаю. И у меня из-под кровати кот. Бегом такой выбегает. Оказывается, у нас где-то кот живет. Вот. У меня вискас есть, конечно, как всегда, случайно. Я этому коту на ночь в мисочке возле нашей двери насыпала. Утром просыпаюсь. Нету вискаса. Good morning. Вот. А ты теперь мой друг, да? Только сидит в этой миске таракан. Слушай, ну ты же ведь не наш, ругать будут. Я тебе потом принесу, ладно? Ты со мной, со мной? Сейчас я тебе, ты подожди, сейчас я тебе принесу. Честно, честно принесу, честно. Ушел. Не ждет. И второй ушел. Ну иди. И вискас не ешь. Ну все, хорошего тебе завтрака. Я пошла тоже пить свой кофе. И есть свой бутерброд с луком. Друзья, приятного аппетита. Вот такая бомба, витаминный салат, там и чеснок, и лук. Вот. И кофе, конечно, с утра. А тут вот угощение. Не знаю, придет котик, не придет. Кто-то уже раскидал тут немножко этого вискаса. Ой. Прекрасное прохладное утро. Все пьем кофе. Дарлинг, чай из Реди. Внезапно дождь начался. Вот буквально только одела наушники. Через 5 минут снимаю, уже шум вовсю. Вот такой брекфаст для Саши. Давай.
Good morning. Thank you. Good morning. Thank you. No, enjoy, enjoy. Осторожно, осторожно, yeah, чай. Осторожно. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро еще раз, друзья. Пасмурное сегодня утро, но все равно прекрасное. Прохладненькое. Мы сегодня поедем в Джваладжи. Удивительный храм. Говорят, этот храм упоминается еще в Махабхарате. Вот самые древние храмы, которые упоминаются в Махабхарате, говорят, что Вайшну Деви и вот Джваладжи. Мы заказали такси. Ехать 60 километров от Маклиотганж. Можно на автобусе. Ой, забыла тапочки. Ну ладно. Мокро кругом. Пошла в резиновых. Монахи читают молитву. You want one or two? Buy two. That's the way it is, brother. Это вот такие типичные тибетские платья. Очень красивые. Элегантные такие. Подпрыгнул. Вы ахи waiting pass. Я говорю, где нас ждет таксист? Он, может быть, не понял. Где-то здесь. Саши говорит, где-то здесь. Что это за ночная вечеринка? Уже прошла. Автобусы такие достаточно большие для этих узких дорожек туристические, а паркинга здесь немного, нету паркинга. Ой. Уже минут 10 его ждем. Интересно, где же он вообще думал, что встреча-то должна быть? Непонятно.
ना आगे जा सकता ना पीछे वही ये ट्रैफिक जाम में और सब ठीक है बेटा ठीक है जी ठीक है आप भी मेरे बने मैं आपका नंबर निकाल रहा रात को आपने कॉल कर दिया कितनी उम्र है आपकी अरे क्या उम्र भले लंबी हो लेकिन तंदुरुस्ती रहनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्ती नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उम्र का मामा जी भी वाटर डाली गुड मॉर्निंग गोबिनोत्रा टुडे we are going on 1st of May for a special prayer for our friend and for his family to special Jwala ji temple which is 50 kilometers from here and it will be very good prayer and I am sure it will be very good prayer and wish all the best to our friend Igor family and his daughter and I will speak later more about it thank you very much and you can watch the view We are driving through right now, and Hira is our video maker, cameraman, camera lady. Okay, thank you very much. See you later. Okay, you can do it front door. This way, put up अभी आप साल में 9 महीने घूमते हैं हम अच्छा अच्छा बढ़िया है बस एक लेके जाने बाकी क्या है हाँ साल में 9 महीने घूमते हैं पैसा जमीन ज्यादा तो साथ में थोड़ी लेके जाने बस ये प्यार भाव बस तो मैंने बोला जा रहे हैं बोले कितना तय किया मैं तो छोड़ दे कोई मतलब नहीं है हमने आपसे बात कर लिया ना तो बस मुझे से मैंने उसको ये जरूर पूछा था मुझे दिल्ली जाना है बेटा 15-20 दिन में ना जी 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 तो वो बोला सही भाई सवारी टैक्सी है वहाँ से आती है ना जो छोड़ दे जाती है बोला वो सस्ते में ले जा नारियल मंदिर मंदिर में मिल जाएगा नहीं वो साले पुराने होते हैं बेटा वही चढ़ाए हुए हैं Перевернулась, что ли? Yeah. Hold down. Yeah. Or maybe they're keeping for when all materials come, then they will work on for making. Не пропускают нас туда, Харам Салам. Thank you, Ajis. Welcome. Thank you. पठानकोट 80 किलोमीटर तो चाय पीने यहाँ पर जरूर चले कहाँ पर रहते हो ये थोड़ा सा नीचे अच्छा बंशा सिमिया अभिज्ञान मलेशिया ये जो फ्लैट दिख रहा है ना इसके नीचे पास में बहुत फनिकुलर इसके नीचे अच्छा बड़ी बहुत अच्छी जगह बड़ा है शांति वाला एरिया Ере то санти вала, лекан лог санти вала не е, на? Нам хозяйка сказала, что это семья Тата построила. Ой, свадебная машинка. Подарочек жениху от семьи невесты. Семья Тата построила этот фуникулёр. Они много чего полезного, нужного, благородного делают в Индии. Как у тебя, Мира? Ревна.
मारी ले गाड़ी ले लिया यार थोड़े फूल फूल चाहिए ले लेंगे खुले नहीं है нет у мелочи у меня тоже नहीं खुला बाबा но он такой юный помало уже меня будет he not old this man This man not old. Мы сейчас с водителем разговариваем про этого вот мужчину в желтом платке. Он говорит, ну хотя он и пытался ему поискать какие-то деньги, не нашел тут у себя. Он говорит, это не очень хорошо, очень даже нехорошо. Он говорит, довольно молодой, ему лет 45. Старым, конечно, говорит, дадим, но... Это что, говорит, за работа? Одел желтый платок, взял кувшинчик. И пошел. Вот это вот кинотеатр у них. Куда мы с ним иногда ездили смотреть фильмы. Да здесь синема, да? Сад велкар хана, а? Некогда им, в общем, со мной разговаривать. Джимана кайса аге дегу? Там банкомат. Мне водитель говорит, такой, говорит, хороший у тебя муж. Я говорю, да, а почему он? Поговорить любит. Говорит, ну да. Барсо, я таки ядрее, барис аге? А ты мосом брал, Ну, я-то, конечно, сразу охотно говорю, да, да, хороший. Говорю, а ты почему считаешь, что... Я-то знаю, почему, а ты почему считаешь, что он такой хороший? Он говорит, поговорить любит. Он сейчас сказал, что в следующем месяце, в июне, начнется сезон дождей. Проезжаем, фиалковое дерево кругом цветет очень красиво. Жакаранда. Мухимантри ай, не? Политическая тусовка, что ли? БДП, да, на? БДП. БДП. We have two banana. You no, no, only two, not enough. How many people there, mama? People? You see how many? Сколько, говорит? Six banana for Punjab, but there are more than 30. Сколько их, говорит? У меня, говорит, есть шесть бананов для Пуджи. Когда будем возвращаться, я, говорит, куплю. Сколько их людей? Сколько человек? Ну да, там большая компания, я не успела достать камеру. Батьки,
जवानी में तीन तीन नानियाँ थी, सब बड़े मजे थे। अच्छा, अब अपने यहाँ ट्रेन चलती है, बेंगलोर जाना हो तो ढाई से तीन घंटे में ट्रेन में बैठ के पहुँच जाता है आराम से। बीच में बाथरूम भी आवे रख लिया मैंने। Саша помнит эту дорогу. Мы пересаживались на автобусах. Мы уже ездили сюда, но не на такси. Waterpark. Здесь купят цветы для храма. Да там все продают, и цветы. Но он просто хочет отдельную пуджу. А так-то все продают. Кокосы. Рукунам порта, не? Манали мен. बहुत मिर्ची खाती है, हरी मिर्च। अच्छा, कितना किलोमीटर है आपका यहाँ से? यहाँ से दूर है, बेंगलोर के पास है। Поедем назад, я сяду сзади. Мумбаи барабар, ага. Они так громко беседуют мне на оба уха. Вот там вот на той стороне Кангра Форт. Форт Кангра. Здесь долина Кангра. Power नहीं है लेकिन मेलों में रहते हैं भाई। मेलों में रहते हैं भाई। बर्फ पड़ा है। पूरा मर गया कसम। दुकान है ना? हाँ यार। अच्छा। Small tunnel. Эта машинка практически новая, ей всего 6 месяцев. И, значит, бензина уходит 1 литр на 15 километров. Она в, как в содружестве, да, как это называется, когда Suzuki and Tata, да? No. Only Maruti Suzuki. Maruti Suzuki. Ah. It's an Indian government. Maruti Suzuki. Japanese company. Yes. मेरे सामने बनी है. अच्छा. Japan में रहूँ 11 साल. Японская. Америка में. Компания. А стоит всего 400 000. Ади life to three. Как же так-то? Дешево получается 400 000. Новая. Или не новая? This is new or from somebody? New, new. Second hand. New? New. Ну, что-то просто дешевое очень. Suzuki Maruti. Слушайте, небо такое... Sky become very dark. Там, по-моему, гроза туда, куда мы едем. Он говорит, всегда, когда едем в Дживаладжи, очень жарко. А сейчас, говорит, так хорошо тут с вами стало. Водитель сказал. Хороший знак начинать в дождь дорогу, говорят. Удача. Чар панч кантри ковер кие апне? 32 кантри? Бади-бади. Темнело прям уже, как будто вечер. Бар. Да, Саши говорит, почти как вечер. Almost like evening.
хорошо, конечно. Не жарко. Ну что вы придумали, вот это вот веселиться, общаться на такой дороге опасной? Представляете, 12 дня. Нету еще даже 12 дня. Такая темнота. Градины падают. Да, вот такие. Джваладжи, паркинг Джваладжи, отель Джваладжи, ресторан. Но выходить в такую погоду. Подъехал такой. Выходите, говорит, мы приехали. Да, друзья, я думала, тихо, мирно пройдут. Расскажу вам интересную историю про это место и про этот храм. Люди вон все прячутся, там навесы есть. Конечно же, они пока не выходят. Да, все, я побежала. Саши сказал, беги.